Во Владивостоке прошли соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и проведению аварийно-спасательных работ. На данных соревнованиях спасатели показывают навыки и умения, которые они применяют при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Здесь они работают гидравлическим инструментом, тушат очаг возгорания, который может произойти при разливе ГСМ при ДТП, оказывают первую помощь пострадавшим, деблокируют пострадавших из транспортного средства, доставляют их к машине скорой помощи. Чем ценны такие соревнования? Тем, что ребята обмениваются опытом, потому что у каждой команды есть свои наработки, которые помогают ускорить время оказания помощи при реагировании на ДТП. На соревнованиях воссоздали ситуацию, при которой пострадавшие заблокированы и травмированы. У водителя закрытый перелом правой голени, а у пассажира закрытый перелом левого предплечья. Отлично. Еще давай чуть-чуть. Все, стой. Все, дальше полностью. Фиксируем. За соревнованиями наблюдали опытные судьи, медики и руководство подразделений. Команда-победитель будет представлять Приморский край для дальнейшего отбора на чемпионате России. В соревнованиях принимает участие 11 команд Приморского края. Победители данных соревнований примут участие во втором этапе, который пройдет в апреле месяце в городе Якутск. По итогам соревнований первое место заняла команда 5-го пожарно-спасательного отряда. Их наградили переходящими кубками и дипломами. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.